Привет! Понадобился чеснок, но ты не знаешь, где его найти? Сейчас я все покажу. Тыкаем на букву М и отправляемся в город Forgotten Hollow. И тут на участок чесночная крепость. Оказавшись на месте, перемещай камеру, как я показываю на видео. Здесь ты можешь найти три растения чеснока, но иногда их собрать еще нельзя, и в таком случае придется немного подождать. Когда мы соберем чеснок, он окажется в инвентаре нашего Сима. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.